Добрый день всем на канале Мои рецепты. Сегодня у меня для вас рецепт нежных, сладких, воздушных американских блинов. По этому рецепту получается стопка панкейков, и вряд ли кто может отказаться от ароматных, пышных панкейков, политых сладким или шоколадным сиропом. Рецепт очень простой, и жарят панкейки на сухой сковородке. В миску разбейте яйца. Добавьте сахар, щепотку соли и ванильный сахар. Перемешайте венчиком. Затем влейте молоко. В муку добавьте разрыхлитель и просейте в яично-молочную смесь. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Отставьте тесто в сторону на 10-15 минут настояться. Тесто постояло, добавим растительное масло и перемешаем. Тесто по густоте должно получиться, как сгущенное молоко. Если тесто получилось жидкое, добавьте муку, а густое – молоко. Разогрейте сковородку, сделайте средний огонь и выливайте тесто на сухую сковородку. Начинают появляться пузырьки, можно переворачивать на другую сторону. На другой стороне панкейк жарим около минуты. Снимаем со сковородки. По этому рецепту у меня получилось 11 нежных, воздушных и мягких панкейков на молоке. Всем, кому понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!